Привет! Как вы поняли из названия ролика, мы будем смотреть новый видос Мармока по Counter-Strike, судя по названию. И хотим предупредить, хочу предупредить сразу, я в Counter-Strike не играла от слова совсем, я знаю смысл игры. И мы посмотрели уже ролики по Counter-Strike от Мармока, но я знаю, что бывают иногда такие видосы, что, короче, мы с тобой сидим такие и вообще не втупляем, что происходит. Я надеюсь, что это видео будет смешное и такое, для всех. Я надеюсь, что мы посмотрим и выложим его. Да. Потому что если оно будет не смешное, то мы не выложим. Да, потому что если мы будем сидеть с такими вот лицами, мы укладывать, конечно, не будем. Потому что я надеюсь, что там будет такой юмор, что просто будет смешно без привязки к игре. Ну, поэтому давайте посмотрим скорее. Поехали. Офигеть, мы вдвоем. Мы раскидаем их. У них АВП, кстати, мне страшно теперь. Так никого мы не раскидаем. Лонг идет, я его убью. Еще один. Всех убили. Я думал, один. Ты маньяки. Это просто последней игры той. Ты воткнулся в четверых, да? Там пять. Во всех просто. Это должно быть очень круто. Видимо. Если ты игрок. Убить всех. Я-то просто... Да, вы такие, убить всех. Херу знает. Это Б. Нехорошо, нехорошо. Давай бьем на реакцию, гниду. На реакцию, сука. Давай на реакцию. В смысле на реакцию? Не надо на реакцию бить никого. Как приятно. Все, считайте, что вы взяли раунд. Защищаешь? Все, выиграли. Реакции, да. Бомжара, давай. Твоя жопа повела меня дважды. Вышел! Как вышел, так и зашел. Или меня. Один слева, а второй ублюдок. Где же твое любопытство, мистер террорист? Выходи, трус. Блять, я думал, что будет тоннель. Ты твою мать, кривоног, как ты сдох. Сука, убью хотя бы кого-то. А что он кил-то? Забайте. Изебайте. Да, иногда я тоже говорю под руку, но в этот раз я был возмущен этими таймингами. Я хочу, чтобы ты замечал, что делаешь то же самое просто. Я бы промолчал, если бы не хотел намекнуть тебе, что ты такой же пи***, как и все остальные. Что? 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 Ты запикал мат? Ты как будто осознал, что ты. Видимо, маты не свои можно пикать. Ой-ой-ой, кстати, походу на запикал мат, потому что YouTube начал очень сильно бороться сейчас с этим. Все ролики Мармока, они все матерные. Да. И мы, короче, когда их заливаем, мы указываем, что там очень указываем, много матов. Что там очень много матов, все такое. Мы сами сознательно лишаемся монетизации, написано, что не будет никакой монетизации. Мы согласны, что не будет, похер. Мы ставим, что типа, как есть, по-честному. Да, вот там очень много матов, YouTube мы знаем. YouTube пишет. Вы нечестно сказали. Вы нечестно указали, вы неправильно показали, и тебе красную херню такой пишет. Потому что в ролике много матов. А ты такой, так мы же так точно не сказали. И чё? И что? А куда поддержку писать? Что? Чат недоступен. Куда? Что Короче, они что-то намутили. И даже вот, видимо, Мармок начал... Сейчас скоро вернется детский контент в тренды. Начал запикивать. Понятно? Какую правду затолкал мне ногой в лицо просто. Блин, у меня ничего нет. У тебя дигл, дай мне дигл, мрак. Как так можно было отжать, Дёша? Я бы не отдал тебе его. Я у меня сегодня обычная реакция на Counter-Strike. Легкое непонимание. Меня ранили в жопу, я умер от обильного кровотечения. Не попадёт. Ну, что за сервер? С кем мы? Ксю говорит, что за сервер, говорит. Короче, придурок. О, всё, Олег играет. Блять, ну что это? Да блин, сервер хреновый, Олег. Да, сервер лагает. Нижняя. Хуй с ним. Пусти, пусти, не запикал. Вдвоем. Один в нижней, двое, один подло. За мне ворота. Блин, да тут нас она. Ладно, пошли. А почему? Моча горит. А, я передумал. Дэнс. Я пробил его. Литый. Монолитый. Где вы? Все, мимо тазика. Яички прищемило, что ли? Да! Лучше. Не успеваешь. Не успевает, не успевает, не успевает. Нет. Отлично. Супер снайпер. Параллельно рожал. Все, мы втроем шоу, двигаться. Не надо греть яйки. Хорошо, хорошо. Все, давайте. Опа, чик.
машина. Ну, бить его нахуй. Похоже на Багдад. Чтобы он назад в мать улетел. Как там это выражение было? Жириновского про Багдад. А, я один. Не смей стрелять по Багдаду. Мне больно в голове думать обо всем сразу. Мать твою. Куда он улетел? Это тактика такая. Все было именно так задумано. О. Все это говорят, когда план не срабатывает. Вот тебе и так. Кто очень плотный дым. Я говорю, у меня тактика, блядь. Говорят, не повезет, если хер засунуть собаки в рот. Да, блядь. Почему ты еще называешь над собакой? Кишки свои давно не трогали, что ли? С вертухи по ушам не получали давно, да? Вапах слышал. Пиздюлей на хлеб вам давно не намазывали, да? Так, бабу. Ебать. Нет, мармок не запикивать маты. Да. Я? Это было случайно. Не, я долбоёб. Говорят, не повезет, если рот засунуть, калат вот. Опа. Умри, сатана! Лучше. Ой, да не на... Ну все... Вы чё, всё? Всё? Я хотел больше похвалы. Где собственно? Там шорт смотрят? Да-да. Я арабский гусь займу. Шорт. Идёт шорт калёный. О, вижу. Надеюсь, они с собой взяли пакетики для рвоты, потому что мы их сейчас будем нахуй увертеть. О, блядь. Завтыкал парниша. Еще один шорт будет сейчас, бомбушка. One more short. Если не потянется на Б. Я сейчас пикну. Опа. А-а-а! Нихера. Разорвалась клизма в жопе. Вижу. Ах вы суки. Без головы один на шорту. Я тут без задницы. Я не буду вылазить, он с меня с мухи пикнет. Такой блюдо. Жди он, да, такой? Блядь, падальщик. Ну, давай. Сити, по-моему, спрыгнули. Отлично покатались на карусели. Да. А что происходит? Что мы делаем? Прыгать. На чьих-то головах? Доминация. Это мы унижаем соперника, чтобы потом было... Ну... Меня унизили. Стул есть. Быстро. Мид бежит. Под окном. Мид, блин, под окном точно есть? Да, на стуле был. Бля, Кирюх, помоги. Спрыгнул, помогай. Мид. А, все, ты хороший. Ёб твою мать! Как же мне задолбал этот мид, сука, каждый раунд мид. Я хочу их трахать на этом миду, пока они не перестанут. Мне больше не хочется. Блядь, два раза попал, почему? Выпал из окна. Я вылетел, Я просто последнее, что я вижу, как ты вылетаешь. Я сейчас описываюсь. Возьмите паузу после этого раунда, пацаны. Коннектор. Уже не надо паузы. Слушай, Ютубу очень не нравится, когда ты произносишь это слово. Мне нравится. Какое? Слово пид. Оставь его. Вот, попаду. Это нельзя слово, поэтому он его запикивает. А что я могу сделать? Оно с тобой уже очень тесно связано. Не знаю. Как он вычислил вообще, какое слово не нравится Ютубу? Тесно, крепко. Я возбуждаюсь. А может, я этого и добиваюсь. Сосочки у тебя там еще не затвердели? Я шепчу тебе на ушко. Аннигиляторная пушка! Так Марвак к жене подкатывал тоже. Косплей, блин. Ура! Я один раз посмеялся. Да. Я думала, что оно будет такое слишком профессиональным юмором. Ну, как бы оно так и оказалось. Это, пожалуй, все. Ой, я не знаю, влажусь или нет. Я тоже не знаю, влажусь или нет. Потому что это было про Counter-Strike. Там всегда его какой-то свой юмор, который мы вообще не втупляем. Ну, это был, да, чисто игровой такой, чисто между собой какой-то там. Что-то посмеялись, но ты такой вообще не в теме. Ну, просить-то будут? Ну, просить-то будут. Постоянно. Значит, надо выложить. Короче, как мы в начале видео и говорили, вы
блин, ну, лично я за себя говорю, я не играю в Counter-Strike, и были пару видосов, которые Мармока мы не смотрели, потому что они были про контру, но мы знаем, что вы будете просить и говорить, и писать нам в комментах, что где новый видос Мармока, посмотрите, посмотрите вон реакцию, и мы его выложим, поэтому вот наша честная реакция, наша реакция, наверное, ключевое слово нашей реакции, это непонимание. Вот такая, поэтому она получилась. Как с Майнкрафтом. Ну да. То есть вы хотите, но мы выкладываем, но вы сами видите. Ждем ваши дизлайки. Ну, возможно, же будут лайки. Ну, скорее всего, дизлайки, конечно. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.